Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас обзор 9-го каталога Faberlic, яркого, красочного, опять много новинок. Каталог будет трехнедельный. Отвечу на ваши вопросы, которые вы мне присылали в личку. Итак, поехали. Каталог сразу стартует с новинок, точнее, мне кажется, это перевыпуск, да, но я надеюсь, что и формулу немножко изменили, потому что прошлые версии серии для волос мне не нравились. Особенно лак, он был слабоват, и я хочу дать ему второй шанс и попробовать. Здесь у нас будут желтые ценники, при покупке двух продуктов срабатывает акция. Хочется взять либо моделирующий спрей для волос, либо лак. Посмотрю, подумаю, что-нибудь обязательно два продукта с вами возьмем. Потому что лак у нас и в прошлой версии был заявлен как сильная фиксация, но никакой фиксации абсолютно там не было. И разглаживающий крем для волос тоже очень интересная новинка. Его тоже хочется вместе с вами потестировать. Faberlic Like у нас еще будет с вами действовать. Он будет действовать до конца года, кто спрашивал. Поэтому пользуемся этой акцией. Она очень классная. Можно взять какой-то дорогой продукт себе по вкусной цене. Новинки парфюмерии. Это у нас Товарова, если я правильно произношу. Товарова, да, вот по-русски написано для тех, кто не понимает. Интересные ноты. На самом деле интересно, что-то я в прошлом каталоге прошла мимо пробников. В этом закажу именно в пробниках, потому что, ну, к парфюмерии Faberlic отношусь так скептически. Что касается серии Aqua de Portofino, здесь, ну, как бы ни один товар, который я пробовала, не создал впечатления вау. Мы с вами тестировали, кто не видел, ссылочки все внизу будут под видео. Бронзер вот этот вот жидкий, да, не поняла его вообще, что с ним делать. Абсолютно бесполезный продукт, ни как бронзер, ни как скульптор, ничего он абсолютно не делает. Он кремовый, он размазывается, он разносится по лицу, и все. То есть им не отскульптурируешь даже ничего, поэтому нет. Твердый тоже. Он как хайлайтер, он очень светлый. Не поняла абсолютно. Помаду мы тоже с вами тестировали из этой серии. И тоже впечатления вау никакого нет. Чтобы брать ее за такую цену, Faberlic есть, на мой взгляд, помады достойные. Достойнее. Вот такое мыло интересное появляется. Очень хочется попробовать. Я не пользуюсь твердым мылом, но обязательно возьму какой-нибудь на затест. Новинки в серии Bonjourna. У нас гели для душа с новыми ароматами. Очень интересными. Таиланд и Марокко. Обязательно возьмем с вами, тоже потестируем. Мне, в принципе, вся эта серия нравится. Новинки в серии Dr. Cor. И вроде это у нас возрастная линейка, да, для периода гормонального старения. Я не хотела ее брать, но потом обратила свое внимание для крем против пигментации для лица и рук. Очень интересно, сработает ли он, хотя мои пигментные пятна сейчас после родов, они сами по себе уходят, то есть гормональный фон меняется, да. Слава богу, без каких-либо вмешательств они светлеют и уходят. Надеюсь, уйдут совсем. Но пока они еще есть, мне хочется вот этот крем вместе с вами протестировать, поэтому обязательно возьмем. Частенько вы меня спрашиваете про уход за кожей в летний период, в теплый период времени, да, особенно за жирный комбинированный, девчонки, это кислородный баланс. Вот этот кремушек дневной. И ночной, дневной матирует очень даже неплохо, ночной увлажняет, потому что жирной коже тоже нужно увлажнение. Поэтому присмотритесь, рекомендую именно к вот этой вот серии кислородный баланс. Карбокситерапия – хорошая скидка на кислородную маску. У меня она пока еще есть, я ее люблю и пользуюсь на постоянной основе. Мне очень нравится, как она работает на лице. Кожа после всех трех ступеней безумно упругая. Поэтому масочка вот сейчас вообще цена обалденная. Можно взять, кстати, на пробу вот такой вот мини-формат этих средств. Любой эликсир для лица со скидкой 50% – это на самом деле здорово. Мне очень нравится аквалифтинг и антистресс. Вот из всех, если выбирать, желтенький под номером 1, он больше, мне кажется, на зиму и для сухой кожи. Он такой прям немножко слегка маслянистый. Крема Варио, кстати, тоже великолепные, отлично работают. Новинка прошлого каталога – скребочек гуаша. Вы знаете, мне нравится на самом деле им пользоваться, я вижу результат. Сейчас стараюсь на ежедневной основе, утром и вечером, по лицу хотя бы 2-3 минуточки именно проходиться. Есть, конечно, скребочки подешевле на Wildberries, на Zon, поэтому смотрите сами, как бы это дело ваше. А так, как и любой массаж, он работает, когда вы делаете его регулярно. Про массажер, про вот эту личку были вопросы тоже. Он тоже эффективный, как и любой девчонки массажер, если пользоваться регулярно. Я стараюсь не забывать и хотя бы вот этой вот массажной насадочкой, да, с шариками, проходиться после крема дневного и ночного. Другими насадками, если честно, пользуюсь крайне редко. Тут две щеточки абсолютно одинаковые. И такая силиконовая щеточка, щеточка для пилинга. Она не щетка, такая как абразив. Ими редко на самом деле. А вот массажный, да, очень нравится. И тоже есть результат. И овал лица
как-то выглядит опрятней, что ли, аккуратней. И мешочки можно немножко с утра разгладить, как бы потянуть кожу. Но опять, если регулярно вы хотите пользоваться, то, пожалуйста, берите. Так же, как и вот этот вот кварцевый тоже массажер. На регулярной основе все работает на самом деле. Снова в каталогах у нас вот такая вот линеечка, как она раньше называлась, у нас для спортивных людей, да, соцсредства для твоей домашней аптечки. Давно их не было, на самом деле. У меня еще из запасов оставался один кремушек. Вообще серия очень хорошая, и раньше ее хвалили. Смотрите, бальзам-растирка с пчелиным ядом. Вот вообще класс. Я что-нибудь обязательно возьму. А, с сабельником. У меня, кстати, был сабельник в чистом виде аптечный. Это тоже классное очень средство для тех, у кого болит спина. И универсальный крем с аргинином. Вот такой вот класс. Здорово, что опять средства такие появились в каталоге. Из линейки Эксперт Фарма будем с вами пробовать. Маска-бальзам у нас почему-то она в новинках. Для кожи головы, волос, активатор густоты волос. Наверное, немножко перевыпустили, да, потому что у нас такая масочка есть. Я ей пользуюсь на постоянной основе. Она печет голову, печет так прилично и очень круто ухаживает за волосами. Волосики потом не требуют никакого еще дополнительного ухода в виде несмывашек. Они и так гладенькие. Маску вот эту вот советую. Прям здорово, очень здорово работает и усиливает кровоток. Жжет долго, я ее держу столько, сколько она жжет. Это примерно полчаса и потом смываю. И результат, конечно, есть. Смотрите, какая пемза появляется, нано-пемза для ступней, тоже очень интересная. Надо посмотреть обзоры у ВИПов, как она работает и что она из себя представляет. Действительно ли она эффективная, потому что цена у нас с вами опять не бюджетная. 800 рублей без скидки, лазерные насечки. Ну, интересно, хочется, конечно, взять, хотя у меня есть хорошая пемза, но почему бы не попробовать. Бальзам для пяточек будет любимый мой по акции 99 рублей. Берите, девчонки, запасайтесь. Прям must have. После пемзы этот бальзам и вообще никакой сухости, никаких трещин, ничего у вас не будет. Ножки будут прям как у младенца. Я еще буду брать обязательно венотоник, хотя здесь у нас акции особенной нет, но я им пользуюсь на постоянной основе. Ножки устают, особенно сейчас движений много и после родов, поэтому обязательно буду брать новые кремы для рук и для ног. Какие красивые. Оформление прям такое мимимишное, вообще здорово. Мне кажется, все-таки это перевыпуск про ноги и про руки. Я надеюсь, что они будут поинтереснее, потому что серия про руки и про ноги мне совсем не нравилась. Ну, какая-то слабенькая никакая. Но мы с вами обязательно что-нибудь для ножек и для ручек возьмем и, конечно же, потестируем. Буду брать красочку Берлик Эксперт Колор. Где она у нас? Здесь что-то не во всех оттенках, почему-то только блонд. Возьму корни, закрасить нужно, потому что сейчас последний раз закрасилась на полторашке. Все-таки полторашка, окислитель, он не закрашивает корни, поэтому возьму Faberlic Expert Color, какой-нибудь оттеночек, вместе с вами покрасимся, посмотрим. Вот они, что-нибудь выберу. Одна из моих любимых тушей Faberlic за 249 рублей будет как бонус за покупку. При покупке от 500 рублей. Она нереально крутая, с силиконовой кисточкой. Очень здорово удлиняет. Прям удлинение от нее просто потрясающее. И вот тушь моя на данный момент самая любимая. Это Miss Curl коричневая. Вообще будет по 199 рублей. Потрясающая цена. Надо взять себе в запас, пока цена хорошая. Обожаю ее. Круто приподнимает реснички, делает красивый изгиб, удлиняет. Никаких паучьих лапок при наслаивании нет. В общем, я ее всегда вам рекомендую. 57-62. И коричневые реснички смотрятся очень естественно. Очень гармонично, кстати, с любым абсолютно цветом глаз. Палетки. В каталоге в восьмом получается, да, в восьмом они подешевле. Очень рекомендую. Мы с вами обозревали палетку розовый нюд. Кто не видел, тоже видео будет, ссылочка в инфобоксе. Понравилось. Из всех теней пока что в Faberlic, из всех палеток именно, вот это вот самое удачное по качеству. Да, они тоже пылят, но у них насыщенная пигментация и очень такая нежная текстура, бархатистая. Поэтому вот именно по качеству потрясающая палетка. Мне очень понравилась. На ежедневной основе пользуюсь ей с удовольствием. Это прям вот такая вот палитра еще ежедневная. Оттенки переданы в каталоге плохо, потому что вот этот оттенок гораздо светлее в жизни, а вот этот не рыжит совсем. То есть гамма здесь цветов в теплой палетке в розовой, она очень удачная. Прям рекомендую присмотреться. Про татуировки. Вообще супер, кстати, очень понравилось. 149 рублей еще, наверное, возьму, скорее всего. Мы, правда, половину где-то только израсходовали, может, чуть побольше. Они пахнут. Мне одна девочка в комментариях написала, что у ее клиентки вообще не пахли. Не знаю. У нас даже на следующий день отголосок валькирии есть на татуировке. Дочь ходит с ними 3 дня стабильно.
А потом они начинают потихоньку облазить, и мы их мочалочкой стираем и обновляем. Она делает себе какие-нибудь новые. Поэтому классные татуировки. Мне очень понравились. И пахнут ароматно. Ей вообще здорово прям с ними играться. Она прям довольна на все 100%. Очень интересная рукавичка появляется у нас в серии Витамания, да, или просто сама по себе. Скрабирующая для тела и лица. 399 рублей. Цена совсем не бюджетная, но хочется попробовать. Поэтому, раз хочется, возьмем с вами, обязательно попробуем. Мочалочки есть теперь в каталоге, есть на складе. Обращайте внимание. И смотрите, мыло жидкое в формате 500 мл. То есть, чтобы мы могли с вами брать по выгодной цене и переливать потом во флакончики с дозатором. Но мне не нравятся оба эти ароматы. Ни банан, ни малина. Не люблю их ощущать. Честно, вот было бы зелененькое, лайм обязательно взяла. Вот эти вот не люблю из-за ароматов, поэтому, конечно, брать не буду. Обязательно буду брать салфетки. Хорошая цена пока, 129 рублей. Возьму прям много пачек в запас. У меня есть небольшой запас, но надо еще. Они летят, улетают сейчас моментально. Кремушек под подгузник возьму обязательно. Средств для купания я уже набрала целую кучу. Пока хватает. Сейчас вообще расход вот этой малышковой линейки будете видеть, наверное, у меня каждый раз в заказе. По поводу кофе, девчонки, мы с вами тестировали, пили миндаль. Жалко, что в зернах. И девочки некоторые пишут, жалко, что только в зернах. Да, если такой обычный есть и в зернах, и молотый, то этот придется молоть. У кого нет кофемолки, проблематично. Он безумно вкусный. Мне так понравился миндаль. Он такой вкусный, насыщенный аромат кофе и насыщенный аромат миндаля. Поэтому я с удовольствием его сейчас пью и вам рекомендую попробовать, потому что цена вопроса, в принципе, ни о чем. Является в каталогах майонез. Но не майонез, точнее, а назвали нам его соус на основе растительных масел с массовой долей жира 55% и 20%. Провансаль легкий, провансаль оливковый. Возьму обязательно два. Оба попробуем с вами вместе. Я вообще люблю майонез. На самом деле, к сожалению, к великому, он у нас всегда дома есть, то есть для салатов, для каких-то блюд. И я не каждый майонез, скажу вам, буду далеко есть. Я, наверное, парочку для себя выделяю, которые действительно вкусны, и там все в меру. Поэтому попробуем с вами обязательно оба эти соуса. И сделаем вывод, стоят ли они своих денег или нет. Потому что за 280 грамм, опять же, это не бюджет. В магазине гораздо дешевле. Снова много продуктов в линейке Superfood, да, прям много. Я с удовольствием сейчас допиваю семена чиа, богатые они омегой очень. Шелуха подорожника тоже, кстати, крутой продукт вообще. Надо как-то потихоньку брать и все пробовать. В следующем каталоге еще есть новинки в этой линейке, очень интересные. Молодцы, Фаберлик, я рада безумно, что у нас в ассортименте теперь так много полезных продуктов. Это на самом деле очень круто. Ни в одной компании, мне кажется, такого нету, да, не то что в компании, а и в магазинах и так далее. В прошлом каталоге мне не достались корма для кошек. Их не было на складе. Обещали, что будут попозже. Надеюсь, в этом появится. Тоже с вами возьмем и попробуем, насколько они хороши. 5 штучек для начала хочется взять, хотя посмотреть, будет ли кота есть. Потому что тоже он не каждый корм будет кушать. И особенно тот, где нет мяса, они это как-то чувствуют все равно. Да? Гадость их кушать не заставишь. Обновленное средство для чистки духовок и плит «Сила цитрусов». Классно. Изменили аромат, может быть, и усилили формулу, да? Обновленная, да, усиленная формула «Эко». Обязательно возьмем с вами, потестируем. Тем более, что у меня есть в использовании старые. Мы их прям с вами два сравним. Есть ли разница и какой эффективнее. Прям возьмем с вами два и будем вместе их тестировать. На самом деле интересно. Если оно еще сильнее, то это просто потрясающе. Очень интересная новиночка. Кондиционер для белья у нас вот такой выходит, желтенький, яркий, сочный. И называется он «Мелодия солнца». Будем брать обязательно. Интересно, какой у него аромат. Возьмем, потестируем. Новая коллекция одежды от Бурматикова. И в пир, и в мир. Посмотрите. Просто супер. Куда в таком платье, правда, но тем не менее, да? Здорово. На сайте больше выбор, но меня сильно ничего не цепляет, хотя видела вот маечку такую хочу. Она очень выигрышно смотрится, в принципе, на любой фигуре. Вот видела обзоров на нее уже много, на черненькую, на беленькую. Маечка симпатичная, и, в принципе, на ежедневной основе можно ее носить, такая вещь универсальная. Много новинок для спорта, нейроскакалка, роликовый массажер для тела. Ну, прям много, действительно. Очки, кстати, вот эти мне понравились, классные прям. Вот эти не очень, они не каждому подойдут, вот эти классные. Прям здорово сверху стразики, 699 рублей, без скидочки. Зонты мы с вами обозревали в прошлом каталоге. Зонты хорошие, добротные, классные, но у меня пришел с браком, я не стала сдавать, для меня это не критично, шов был немножко скошен. И вот такие еще расцветки появляются, мне кажется, какие-то бабушкинские. Вот эти расцветки я бы брать не стала, если честно.
Но детские очечи просто прелесть. Скорее всего, вот такие вот дочери закажу. Ну, классные, действительно классные такие бабочки. И расцветочки у них приятные, чехольчики такие миленькие. 599 рублей. Что-то я, девчонки, чувствую, что в этом каталоге заказ у меня будет на 100 баллов. У меня почему-то такое предчувствие, потому что так много всего нужно, так много новиночек, и все хочется вместе с вами потестировать. Поэтому, скорее всего, заказ будет большой. Ну, вот и закончился каталог. Смотрите, какие у нас подарки будут для новичков. Здесь у нас что получается? Концентрированный гель для стирки, для цветных, да, тканей. И кондиционер ароматерапии. Классно вот этот кондиционер, приятно пахнет. Нежная душка. Хороший, достойный подарочек, на самом деле. Кто не зарегистрирован, ссылка всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. Я с вами сразу свяжусь, будем общаться. Ну, а я всех люблю, целую. Если обзор был вам полезен, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.